Все призы в крохотных ладошках 4-летней художницы Саши Федюшиной не уместились. Пришлось позвать на подмогу родителей. Для мамы обилие подарков – полная неожиданность. Рисунок рисовали, но на призы не надеялись. К часикам пришли за хорошим настроением. Уже такие праздники нужны, потому что лишний раз для детей праздник, веселье. Дети счастливые, радостные и улыбаются. Сашин розовый домик не оставил равнодушным никого, рассказывают представители конкурсной комиссии. Вот хотелось бы отметить вот этот рисунок. Это самая маленькая наша участница, ей всего 4 годика. Но нам понравилось за счет того, что он яркий, он необычный. Мы решили отдать приз рисовских симпатий. К работам живописцев постарше комиссия отнеслась суровее. Из 100 участников до финала дошли лишь 7. Для каждого из великолепной семерки спонсоры приготовили эксклюзивные подарки. Чтобы это была небольшая композиция, но яркая, забавная, с элементами. Вот у нас карандаши, так как конкурс рисунка. У нас карандашики, бабочки, такие милые, веселые детские композиции. Хорошее настроение поддерживали не только призы, но и артисты. Хотя настроение у виновников торжества было с избытком. Но как не поделиться с другими? Я хочу поздравить всех друзей с праздником, пожелать всего хорошего настроения и всего самого наилучшего. Пусть они будут расти здесь хорошо. Я поздравляю всех моих подруг, чтобы они жили счастливо, умно и хорошо и слушали своих родителей. Праздник удался, подытожили организаторы и пообещали к следующему году расширить географию торжества и нагрянуть с призами и подарками в отдаленные уголки области.